Вот и еще на один год Даугавпилс стал старше. В минувшие выходные всеми нами любимый город отпраздновал свой 741-й день рождения. Принимаем многочисленные поздравления от друзей, а их у него немало. Александр Мирский – один из них, и он не мог не приехать, чтобы лично поздравить именинника и всех его жителей. 4 июня на площади Венева состоялся концерт Александра Мирского, который стал ярким завершением второго праздничного дня. За несколько минут до выхода на сцену мы встретились с Александром. Каково это выступать на главной концертной площадке праздника города? Большая ответственность. Очень серьезно ребята работали перед нами. Я думаю, что мы выступим не хуже. Но мы настроены по-боевому. Это вызов. Я думаю, что мы справимся с этим. Я думаю, что все зрители тоже будут петь. Тысячи горожан пришли на встречу с Александром Мирским, автором многочисленных музыкальных композиций. И в этот вечер весь город пел вместе с ним. Ты не город, ты крепость на рубеже, то ли времени, то ли разлуки. И теперь трудно вспомнить о прошлом уже. Город строили сильные руки. Имя свое Динабург, вспомни старое доброе время, чтоб никто и подумать не смог нас поставить с тобой на колени. В этот праздничный субботний вечер Александр Мирский представил зрителям свой новый альбом «Помни имя свое, Динабург», а вместе с ним и 8 новых авторских песен. Между прочим, в этот праздничный день обладателями этого диска стали более 1000 жителей и гостей города-именинника. Спасибо большое организаторам, классный концерт. Нам всегда нравится, всегда ходим, подпеваем как можем. Классный концерт. Александра Мирского очень хороший концерт. Сплин мне очень тоже понравился, но Мирский, ну, немножко душевней. Супер, очень здорово. Тоже понравился. Концерт хороший, нам понравился. Мы специально приехали на этот концерт. Мы уже его слушали не раз. Песня любимая уже прозвучала? Серый мой город, нет еще. Концерт очень зажигающий, позитивный, на арене много людей. Бесплатно, для некоторых это важно. Супер, класс. Несмотря на столь поздний час, зрители не спешили расходиться. Всем хотелось хотя бы еще на чуть-чуть продлить этот чудесный музыкальный вечер. Я теперь могу сказать, что я счастлив. Реально, принимали как космонавта. Я хочу сказать всем жителям Динабурга громадное вам спасибо за такую встречу и такую поддержку. Я понимаю, что мы находимся на правильном пути. Я понимаю, что надо записывать еще песни, надо делать много позитивных вещей, надо людям дать надежду на то, что наш мир изменится к лучшему.